Дорогие мои зрители, я вас приветствую. И давайте сегодня вновь поработаем с моими авторскими метафорическими картами Art Magic Isle, которые созданы на основе моих картин. И давайте я вкратце расскажу об этом изображении, вы спрашивали. Здесь зашифрован глубокий смысл. Прежде всего, это ключ. Здесь внутри, вот вы можете его увидеть. Ключ к себе. Ключ к себе истинному. Ключ, словно все ответы, которые есть у вас внутри, они уже находятся там. Любые ответы на вопросы уже внутри. Стоит лишь услышать, лишь разгадать, лишь подобрать свой ключик. Здесь также изображена луна, как женское начало, и солнце, мужское огненное начало. И обрамлено все в красивейшую звезду. Звезда, которая светит, которая сияет, которая излучает свой свет, которая манит, привлекает, обладает магнетизмом. Каждая из нас является звездой. Давайте сегодня зададим вопрос, что же необходимо для каждого из нас для того, чтобы обрести внутреннюю целостность и гармонию. Загадайте цифру от 1 до 3. И первая карта. Что же необходимо внутри себя раскрыть? Давайте посмотрим, соединимся, синхронизируемся с этой картой. Прежде всего, осознать свою внутреннюю мощь, осознать свою внутреннюю силу, в то же самое время усмирить свою гордыню. Немножечко посмотреть на себя, словно со стороны, и словно мы снимаем розовые очки, и мы без прикрас смотрим и задаем себе вопрос: а поистине ли я отношусь к другим людям через открытое сердце, через безоценочность, или где-то проскальзывает чувство гордыни, где-то проскальзывает небольшое, быть может, осуждение других людей, да, к другим, по отношению к другим людям. Просто так мягко пообщайтесь сами с собой. И когда мы поистине открываем свое сердце, когда мы в каждом человеке начинаем видеть частичку божественного, то у нас уже нет места гордыни, то у нас открывается невероятное пространство для духовного изобилия, для внутренней гармонии. Происходит состояние единства всего мира в целом. Вторая карта. Что же вам необходимо для обретения внутренней гармонии? Это, естественно, тишина. Быть может, хаос на внутреннем уровне овладел вами. Быть может, какая-либо суетность присутствует. Быть может, достаточно много информационного шума, и поистине пора войти в состояние глубинной тишины, когда вы на все можете посмотреть немножечко, словно со стороны, и услышать себя истинного. Медитация, рейки, созерцание красоты, единство с природой, вода – это все то, что поможет вашей гармонизации. И мы идем дальше. И третья карта. И о чем же она говорит? О том, что пора идти вглубь себя, что пора осознать, что все знания внутри.
Когда вокруг достаточно много буйства, красок, эмоций, всевозможных аспектов, связанных с общением, со своей деятельностью, важно чувствовать через свой интуитивный центр и через свое сердце. Даже если сейчас обилие, рассвет, вы чувствуете изобилие, расширение, всегда помните о том, что ваш главный инструмент гармонизации, он внутри. Это состояние, когда мы умеем сосредотачиваться, когда мы умеем фокусировать свое внимание на чем-то главном, фокусировать свое внимание на своих самоощущениях и на своем чувствовании. Поэтому, что бы ни происходило внутри, во внешнем мире, прошу прощения, мы все время идем вовнутрь. И тогда, что бы нам ни было бы предложено, мы всегда выберем правильный путь. И главный вопрос, который мы задали, как же достичь внутренней гармонии? Это поистине отделять шум от истинного себя, чтобы никакое влияние извне не оказывало на вас, да не сбивало вас со своей внутренней сути, со своего внутреннего пути. Просто помните, что знание уже внутри вас. Я вас всех обнимаю.